На нашей планете группы растений и животных создают вместе общую среду обитания, которая называется природным сообществом. Сообщество значит сообща, вместе. Здесь они питаются, растут, охотятся, выводят потомство и становятся едой для других. Деревья служат убежищем для многих птиц. Насекомые опыляют цветы. Без этого у растений не будет семян. Растительноядные животные питаются травой, корой деревьев, кустарников и сами являются пищей для хищников. Многие животные переносят семена растений, расселяя их. Черви, бактерии, грибы разрушают остатки растений и животных, обогащают почву ценными продуктами. В регионе Украины можно выделить такие основные природные сообщества – лес, луг и водоем. Лес – это природное сообщество, где обитают деревья, кустарники, травы, грибы, насекомые, пауки, звери, птицы. Они все живут вместе и образуют единое целое, которое мы называем лесом. Их жизнь зависит от неживой природы. Солнечный свет, воздух, вода и, конечно, почва. Лес – сложное единое целое живой и неживой природы. Луг, как и лес, сложное природное сообщество или единое целое живой и неживой природы. Конечно, луг отличается от леса. На лугу главные растения – это травы. Крупные животные на лугу не живут, им негде спрятаться. Зато мелких животных целое царство. Его даже можно назвать царством цветов и насекомых. Жители лугового сообщества тесно связаны между собой. Растения кормят насекомых нектаром и пыльцой, а насекомые опыляют растения. Живут там и насекомые-санитары, и птицы, и мыши, растут грибы, а в почве огромное множество мельчайших бактерий. Жизнь на лугу невозможна без неживой природы и почвы. Здесь происходит кругооборот веществ, где участвуют растения, животные, грибы и бактерии. Водоем – удивительное сообщество, заселенное многочисленными жителями. Все обитатели приспособились к жизни в воде или у воды. Это растения, животные, бактерии. В водоемах очень большую роль играют растения. Это и пища для животных, и завод для выработки кислорода, который необходим для дыхания организма. Подводные заросли – это убежище для животных. В сообществе водоема происходит круговорот веществ. Когда растения или животные умирают, останки падают на дно. Здесь бактерии их перерабатывают в минеральные удобрения, которые опять используют растения водоема. Человек – единственное живое существо, которое может разрушить эти сообщества. Однажды произошла такая история. Было озеро с прозрачной водой, богатой рыбой. Однажды люди заметили, что вода помутнела, и стали умирать рыбы. Почему? Оказалось, что местные ребята часто играли в игру. Кто больше выбросит на берег перловицы без зубок? Ребята совсем не подумали о том, что моллюски живые и на берегу быстро погибают. Не знали они, что беззубкие перловицы фильтруют воду озера. Так в озере исчезли живые фильтры. Последствия не заставили себя ждать. В мутную воду стало проникать меньше света. От этого погибла часть растений, которые выделяли кислород. От этого стали гибнуть рыбы. Вот к чему привело бездумное уничтожение обычных ракушек.